Всем привет, ребят. Иду на остановку. Сегодня еду на соцгород. Буду гулять. Сегодня очень классная девочка. Мы с ней познакомились. До встречи с Амвелом. Она его зрительница. Сегодня 9 мая. Сбивают Богдана Хмельницкого. Кошмар. Да, вот. У нас как-то таких празднований нету. Сейчас пойдем в другой парк. Покажи город, но я сама тебе город не знаю. Вы мне покажите. Было бы, что здесь показ. Такой парк на Артеме у нас. Мы сегодня в трех парках были. Что это за здание? Не знаю. Оно и видно, что оно не работает. На ремонте. Ну, я помню, здесь была у нас был какой-то вчерок концерт, сейчас, короче, вот здесь на стадионе. И мы ходили, и тогда оно тоже не работало. Я думаю, что я могу сделать? Что я могу сделать? Я у самого спрашивала, а у него такой проблемы нет. Какая? С звуком, да. У него никогда такой не было проблемы. Снимать не на другое устройство, мне не на что снимать. У меня поломался, а сам вам не зажал. Кого? Котик мой поломался, а вам не зажал. Не, он бы такой что отдал, но просто выкинул. Так у нас отмечают День Победы. Это же смешно, я же говорю. Покажи город, ну а что тут показывать? Саня, замечательный светлый человек. Я серьезно, я даже не устала. Такое бывает крайне редко, когда я гуляю. Много ходили, много гуляли. Мы были в парке, в трех парках были. На Садгороде в двух и на Артеме. Очень классно было, приятные эмоции. Я смонтирую, я снимала мало, потому что не хотела снимать, просто общались, пообщаться. Встретились. Она зрительница Самвела, она достаточно давно уже смотрит его. Спасибо ей большое, если она увидит это видео. Всем хорошего дня, праздник. До встречи. Я говорила, что я с Аней гуляла, я подкреплю видео, естественно. Вот такие я сделала вчера сырнички, это по рецепту Самвела. Очень классно, я уже делаю не первый раз, очень вкусно. Вот этим я сейчас и пообедаю, или поужинаю, я не знаю, как уже получается. Сырничками и я вот такой сок себе налила. Сейчас покажу, что за сок, очень вкусный. Вы наверняка видели его рекламу. Сейчас вот. Энергия 40% денной нормы, витамину С в одни склянки. Действительно очень вкусный. Сок цитрусовый микс, то есть очень классный. Сандора. Спасибо всем большое, кто пишет хорошие комментарии на моем канале. Буду кушать, потом, наверное, монтировать видео. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Спасибо вам большое, что вы со мной. В этом видео я хотела бы рассказать о своем мнении про 9 мая. Меня спрашивали некоторые люди, я не знаю, почему именно меня. Ну, я вам скажу мое мнение.
сугубо не отличается от мнения Самвела. Я считаю, что 9 мая может быть праздником только для ветеранов, для тех людей, которые принимали участие в этой войне или были детьми в то время. Потому что, ну, извините, это для них значимая дата. А для тех, которые хотят просто, не знаю, выпить или погулять, ну, для них может быть любой день праздником. Я не приветствую это, мне не нравится. Сегодня гуляла в парке, очень много людей в повыпившем состоянии, причем молодых людей, которые, возможно, даже не понимают, что это такое. 9 мая, им бы лишь бы выпить. Ну, менталитет, возможно, у нас такой, я не спорю. Я считаю, что 9 мая – это день памяти. День памяти тех, которых, людей, которых забрала вот такая страшная война. Неважно, какого года, войны присутствуют в нашей жизни сейчас. Возможно, я в чем-то не права. Но я останусь при своем мнении, что вот я не считаю это каким-то праздником. Я считаю это днем памяти и праздником, но только для ветеранов. И вообще, я считаю, что уважать и помогать ветеранам нужно не только в этот день, а и во все дни. Нельзя забывать людей, которые помогли нам, которые... из-за которых мы сейчас можем жить, можем чувствовать, можем радоваться жизни. Спасибо тем, кто посмотрел мое видео. Я надеюсь, вы разделяете мое мнение. И если нет ничего страшного, каждый остается, мне кажется, при своем. Всем спасибо. До свидания.